Всем привет, с вами Мейер. Я сегодня покажу вам, как сделать автоматическую печку. Да, сразу скажу то, что это не я придумывал, а мой друг. Ну, он тоже не придумывал это. Ну, он просто знает, как это сделать, и мне показал. Я решил снять это видео. Она у меня уже здесь есть. Ну, заново, конечно, я сделала, но сначала продемонстрирую. Возьмем железную руду, одну штуку, чтобы сильно не загружать, и золотую одну. Эта печка позволяет засунуть в сундук сразу несколько вещей, например, там две руды и две еды. Вот что я сейчас и. Иди сюда. Вот ты какой меткий, а? Иди сюда. Ну все, ты нарвался и. О, с одного удара. Так. Он позволяет засунуть в сундук сразу несколько вещей, там, руду и еду. А потом, через некоторое время, они все прожарятся. В другом сундуке появятся. Все это я сейчас объясню, как сделать. Вот. Вот он. Сюда. Подождите, а уголь-то тоже надо взять? Так что у нас здесь есть уголь. У нас здесь нет угля. А где он? Так, здесь тоже нету. Ну, придется идти сюда, что ли. Надеюсь, он там хотя бы в сундуках есть. А то и здесь нету. Надо бы за углем сходить все-таки, это важная штука. Да, уголь уж обязательно. Ну, или дерево можете использовать, чего хотите. Но я использовать буду уголь. Пока что у меня там плавится. Да, я взял по одному, чтобы сильно не нагружать. Просто не хочу нагружать, не знаю почему. Сюда, вот в левую сторону ставите уголь, а сюда ваши вещи, которые вы хотите прожарить. Это не надо. И прождем некоторое время. Ну, столько же времени, сколько понадобится прожарить обычной печкой. Ну что ж, ждем. А это что за сундук? А, я вспомнил, что за. Ждем. Ваш что, там уже четверо? Может, вы быстрые какие-то? Угу, ждем. Ну вот, уже, думаю, готово. Вот извините за поправку, я просто забыл поставить повторители. Ну вот, они готовы. Теперь, думаю, приступим к созданию. Вот. Мы прожарили все, железо, золото и курицу, говядину. Все вкусно и полезно. Так. Для этого нам понадобится. Меч уберем, она будет мешаться. А кирку оставим, все-таки ломать надо будет. Сундук. Сундук-ловушку. Воронку нам нужно. Да. Я, наверное, не сказал то, что это в 1.5 нужно делать. Редстоун, выбрасыватель, конденсатор. И вроде бы все. Ну, любой блок, как вы хотите. У меня будет булыжник. Если что не хватит, то я принесу. А, повторитель я забыл. Опять чуть не забыл. Тут я уже сделал небольшую яму. Делайте яму 3 на 2 глубиной на 3 блока. Ага, потом проделайте две дырки вот так. На нее ставите 2 редстоуна. Потом ставите блок. Ах, вот что я забыл. Факел. Я красный факел забыл. Да. А, да, у меня закончился точнее. Вчера я делал еще один механизм под этим домом. Да, извините, кстати, что у меня дом не достроен. Мне просто лень, я тут редко играю. Так иногда. И поэтому я до сих пор в нубу-боксе. Так, ну что ж, ставим этот стон факел сюда.
Затем. Затем. Так, что там затем надо? Ну, а, вот конденсатор сюда поставим. Поставим. Так, так. Ну, это выбрасыватель. Думаю, вы знаете, как их так поставить. Так. И что там еще надо? Так. Ставим так блок и над факелом еще одно. Сюда ставим повторитель. Задержка один блок. Ой, один клик. Один блок, говорю. Теперь. Берем воронку, ставим, прицепляем к нижнему выбрасывателю. Обязательно к нижнему. Проверьте, как можно. Но я сейчас к нижнему уж видел, что поставил. А это к этому. А, стоп, нет. Это я не про... А, вот вспомнил, что я забыл-то. Я опять печку забыл. Самое главное. Надо загонять за ним. Но я не буду искать его там. Он у меня где-то глубоко, под землей. Здесь я печек вообще мало делал. Они вон там их сколько стоят. Я их вообще не использую. Поэтому у меня печки в сундуках под землей. Ну, ставите вот на эту воронку печку. Выше нее ставите еще одну воронку. Вторую воронку ставите на печку, ну вот так вот. Ну, не на печку, рядом с печкой, но чтобы у нее отверстие проходило в печку. Еще одну воронку вот так. И закрывайте вот это для красоты. Ставим вот сундук к верхнему выбрасывателю. Второй сундук можете ставить, можете не ставить, это и так для большого. Сюда мы ставим сундук-ловушку, чтобы с обыкновенным сундуком не присоединялось. Да, извините, я опять этот забыл сундук. Но я тут сломаю. Я давно хотел ее сломать. Но не получалось как-то. Так. Ну, это последняя стадия как бы работы. Вы что там делаете? Последняя стадия работы. Ну, сундук ставите сюда. Можете наоборот, как хотите. Ну, вот слева вот обязательно уголь ставить. Можете туда обыкновенный сундук ставить или как хотите. Они очень похожи, так что как-нибудь выделите. У меня там булыжник стоит. Мне все понятно. Ну, теперь прожарим что-нибудь. Так, возьмем. Так, нужно меч взять. Вдруг что там случится. Так, это... А, нет, это уже прожаренное. Вот это... Это, если честно, его вроде можно легко сломать. А нет, сломать его нельзя. Я же помню, пробовал. Пойдем за углем. Так, угля же нет у меня. Вот он. Да, сундук, если честно, мне очень печка мне очень понравилась. Удобно очень. Сразу можно весь сундук заполнить. Даже можно его сделать большой. И сразу все прожарится. Ну не сразу, конечно, сюда уголь. А сюда вещи. Если они исчезли, значит процесс пошел. Так, пойдем за этими. За железой и золотом давайте уж сразу. Да, еще раз извиняюсь, то что... Это что такое? А, F8 случайно нажал. Извините еще раз, то что я дом не достроил, я еще раз повторюсь. Да, это уже последний, как бы, он состоит. Ну, последняя стадия сейчас. Я просто докажу то, что она действительно работает. Вот, она работает. Сейчас я поставлю... Руду. Так. Погодите-ка. Ну, дождемся, чтобы она все-таки заработала. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне, если хотите, могу делать по другим. О, уже готово. По другим механизмам. Как, ну, постараюсь, конечно. Да, кстати.
Те, кто знает, как сделать так, чтобы фрап снимал больше, чем одна минута, подскажите мне, пожалуйста, мне это как бы важно. Ну, или скиньте другую программу, если вы знаете, конечно. Ну, а так это все. Подписывайтесь на канал. До свидания.